Но для Марис это мавританский танец. И тоже жанр, который был очень популярен в 16-17 веках. Вот такой танец, он поначалу символизировал борьбу христиан и мавров. И, конечно же, эта борьба, поскольку это танец европейский такой, эта борьба всегда заканчивалась победой христиан. Но в дальнейшем вот это просто превратилось в такую пляску мавританскую, экзотическую. Далее выступает наш друг Антонио Грамши. Давний коллега, который играет, кстати, на всех духовых инструментах, но вот мы его приглашаем именно, чтобы он блеснул здесь вот так ударом. И он использует свою композицию на данный инструмент. Помогать ему будет классовой. Далее мы исполним две песенки. Адриано Манкьери, Маскерата Адаманти, Мусара Влюбленных, и Хуан де Эльбертина, испанский композитор, там дуэт Донатита. Вот, хочу вам сказать, просто, чтобы вы не удивлялись некоторым странным звуком, который возник. Дело в том, что мы сейчас начинаем работу над очень большим и, как нам кажется, интересным проектом. Мы хотим сделать Дон Кихота, своего Дон Кихота. Это будет такая пьеса с музыкой, с танцами, по мотивам, естественно, романа, но там будет много своего. И вот такими, можно сказать, почти главными героями этого романа, кроме Дон Кихота и Санчо Панса, будет также Росинант, конь Дон Кихота, и Осли по имени Осля, которые и заплетают главную интригу этого романа. И вот в данном случае вот эти две песенки как раз будут исполнять они, мы вот решили их сегодня уже опробовать. Дульция – это старинный парный танец 13 века. Джорджо Манерио – это итальянский священник, который сам писал музыку и собрал огромное количество музыки, популярной в то время. Вот его песенка «Пунта Нерва» Бала Фурмана. И кроме нее будет звучать также испанская песенка «Аль Вильяно» – «Христиане». Это тоже жанр такой распространенный в Испании в 16-17 веках – христианский танец. И мы с удивлением услышали и увидели, что музыка этой песенки испанской вот, практически полностью совпадает с пьесой Манерио, поэтому мы их совместили. Анонимный автор испанский 16 века Мари Тапо.